Британская авиакомпания Monarch Airlines прекратила полеты. Один из старейших британских авиаперевозчиков столкнулся с серьезными экономическими трудностями. Как сообщили в Управлении гражданской авиации Соединенного Королевства, финансовые проблемы возникли из-за того, что компанию сложно конкурировать с лоукостерами. В результате из-за рубежа на родину не могут вернуться более 110 тысяч пассажиров. Отменены свыше 330 тысяч забронированных авиабилетов. В лондонском аэропорту Гатвик людям раздают листовки с просьбой возвращаться домой и попытаться перебронировать свой отпуск.